Когда в Экзегет поступил такой вопрос, как предать себя в руки Божии? Или, можно сказать, что значит предать себя в руки Божии? Вспоминает сразу прошение на тени. Сами себе и друг друга, весь живот нас Христу Богу предадим. Это вот из этой темы, из этой области. Предать себя в руки Божии, это значит поступать по воле Божией. Есть три воли, святые отцы выделяют. Есть воля Божия, спасительная, единственная, ведущая к спасению. Есть воля человеческая, это греховная воля, эгоистическая, которая к спасению ведет. Есть воля бесовская, которая понятно куда ведет, уже совершенно четко, без прикрас, к разрушению, к погибели, к вечной погибели. Поэтому предать себя в руки Божии, это значит поступить по воле Божией. Как поступить по воле Божией? Вообще, как найти волю Божию? Ну, для того, чтобы найти волю Божию, надо, во-первых, ее знать из Священного Писания. Если мы почитаем Евангелие, если мы не будем просто читать, а стараться еще исполнять, если мы будем руководствоваться Евангелием как неким навигатором в своей жизни, то, конечно, мы будем реже ошибаться и постепенно все-таки встанем на тот самый путь спасения по мере нашего совершенствования в познании Слова Божия. Как еще узнать волю Божию? Можно посмотреть творение святых отцов, их опыт, опыт жизни по Евангелию, их опыт жизни в церкви, и соизмерить их советы с тем, что происходит с нами, и в этом тоже познать волю Божию. Чтобы познать волю Божию, можно спросить у духовника, у священника, но помолиться предварительно, чтобы Господь открыл священнику сделать так, как полезно для души. Иногда бывает, даже священник неопытный, но тем не менее, когда приходишь к нему с верою, и когда молишься, чтобы Господь открыл свою волю, то даже неопытный человек может дать хороший, дельный, опытный совет. И вообще, когда мы со смирением просим совета, нужно чаще советоваться, то и воля Божия чаще открывается от нашего смирения. Даже когда мы спрашиваем у нашего брата во Христе или у сестры во Христе, ведь сказано в Священном Писании, Бог гордым противится, а смиренно дает благодать. И вот любое смиренное желание узнать, как поступить так, чтобы Богу угодить, оно бывает подкреплено действием Божьей благодати, и Господь внушает нам ту или иную мысль. Святые отцы еще советуют помолиться о том, чтобы Господь вам открыл свою волю. Бывают такие вещи личные, которые, в общем-то, и только ты можешь решить. И вот раз помолился, два помолился, там, скажем, три дня помолился, спросил у Бога, и потом приходит какая-то мысль твердое, что нужно поступить так-то и так-то. И вот ее можно принять за волю Божию. И тогда уже исполнять, веря, что Господь сказал, что просите, дано будет вам. Мы просили, спрашивали, верим, что это не противоречит нашей совести. Мы чувствуем и знаем, что это не противоречит Евангелию, и будем поступать именно так, как нам открывается. И вот, если будем искать волю Божию, а не своей воли, если будем чаще смиряться, а не гордиться, не превозноситься, если мы не будем потакать разным дурным мыслям, которые у нас внутри возникают, тогда постепенно мы научимся, что значит сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.